Новый детский сад на 215 мест в Волгаре появится уже в следующем году. Сейчас строители готовят площадку, роют котлован, уже начали завозить песок. До конца года вот что успеете здесь сделать? Ну, здесь надо сейчас... Ну, мы график предоставляли. Коробку. Коробка есть. Сети. То есть полностью с ограждениями. Все. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет строительство и новых домов, куда в следующем году планируют переселить людей из ветхого и аварийного жилья. Два здания практически готовы. В ближайшее время строители приступят к кровле и начнут подключать коммуникации. На фасад тоже выходим где-то в районе 15-16 числа. Сейчас уже, значит, подрядчик у нас уже готовится к этому делу. Ну, естественно, и сейчас уже будем начинать обвязку, тоже где-нибудь к концу следующей недели, начинать обвязку подвала по теплу, по воде. В микрорайоне делают и новые дороги. По программе стимулирования развития жилищного строительства в городском округе Самара и развития жилищного строительства в Самарской области до 2021 года строится несколько объектов. Первый на улице Александра Солженицына практически готов. Остается нанести разметку и установить ограждение. У нас проект, да, найдет, да, в этом году сдача уже. Когда официально сдадите нам ее? В конце сентября. Мы готовы к 1 октября сдаваться. Завершается и строительство дорог до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» и по улице имени Героя России Виталия Толобаева. В следующем году здесь, на одном из домов, в память о нем планируется установить мемориальную доску. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События».